Я нашла вот такой шланг какой-то старинный. А хочу отрезать вот это вот неровное. Сейчас отрежу, чтобы не было вот такой неровности. Так как у меня не залазит сюда труба, я хочу ее чуть-чуть подчистить на входе. Может, это и неправильно, но посмотрим, что из этого выйдет. Так, я думаю, запихнуть уже можно будет ту железную трубу, которая у меня из дома торчит. Там тоже не получится. Так, а это я хочу вот сюда. Ты зубы еще сюда приведите. Затянуть надо. Беру проволоку. Херня. Нет. Это херня полная. Сейчас попробуем так. Раз. Кран открою его. Так, ага, сам вот тут кран протекает. Так. Значит, вот тут капает. Короче, тут сам кран надо менять. Вот это плотное. Значит, тут ничего не течет. Тут течет, и сам кран менять. Все, закрываем лавочку. У меня один кран.